Всем добрый день, девчонки. Как обещала, испытать кисти. Немножко задержалась уже, извините. Но испытать кисти, то есть я взяла мягкую синтетику и взяла вот эту вот козу. Сейчас посмотрим. Ну и меловая краска. Наша белая сказка. Белую. Буду перекрашивать полку в магазин. Дополнительная полка понадобилась. Вот. Так что сейчас как раз посмотрим. Итак, краску тщательно перемешали. Теперь мягкую синтетику берем и начинаем наносить первый слой. Толстые слои я не буду. Я так, чтобы ну хорошо ложится. Все замечательно. Следы от кисти. Ну, как бы вот видите, да, их нету практически. Ну, вот так вот у нас красочка. Вот первый слой, понятно, немножечко полосатенько. Со второго слоя все закроется. Взяла чуть поменьше размером. Это 40-ушечка, а то та в банку не лезет. А в эту 150-ку. Это у нас уже высыхает. Теперь козой. Ой! Ну, я не знаю. Она просто очень мягкая. Вот это вот мое «ой» было связано с тем, что она очень-очень мягкая. Да, вы знаете, здесь этой козой проще положить так же, вот как синтетикой, но только проще не из-за ее размера, а из-за того, что она более толстенькая, что ли, более наполненная. И смотрите, следы от кисти, табечка какая-то, убрали. Вот, следы от кисти убрать крайне легко, прям, ну, наверное, да, она стоит того. Смотрите, как ровненько получилось. Сквозь синтетику я как не старался выводить, все равно немножечко получилось полосато, а этой прям ровно. Девочки, я однозначно себе оставляю и маленькую, и большую. Она того стоит. Надо будет попробовать как еще с лаком, но на краске я уже, и вы, я думаю, видите разницу на лицо. Какая бы мягкая ни была синтетика, все-таки козочка ее перебивает. Да, круто, круто. Вот мои выводы. Давайте немножечко поближе покажу. То есть здесь видите, только ну, структура дерева, то есть она выгладила поверхность. А с синтетикой получается потоньше слой синтетикой, и все-таки немножечко, ну, не так ровно, вот так скажем, не структурно, нет. Хотя, может быть, чуть-чуть даже и структурнее. Видите, здесь вот она четко прям просто с, ну, с, то, что в структуру дерева проглядывает. А здесь все-таки видно, что работа кистью. Девчонки, есть смысл? Я думаю, что вы тоже рассмотрели. Очень ровное покрытие дает с первого слоя. То есть здесь еще, ну, как бы, да, в расходе меловых красок очень здорово играет роль кисть. Имеет смысл взять, и будет даже вот экономия, потому что здесь я понимаю, что я уже с двух слоев, вот у меня прям будет плотняк, вообще даже ничего подрабатывать не придется. Да.